Пока за окнами еще не совсем холода, пора думать о финансах. Ведь осень, как и следующая за ней зима, для нас период крупных покупок. Холод несет за собой потребность в теплой одежде, хорошем автомобиле, а для кого-то и поездку под пальмы. Закрыть все потребности и не разориться. Ответ точно знают в Банке Восточный. С финансовой точки зрения, оптимальным решением для крупных покупок будет обратиться за кредитом. Тем самым вы обезопасите себя от возможного перерасхода семейного бюджета и решите все ваши задачи. Сумму, нужную для полного счастья, знал, кажется, только персонаж «Золотого теленка». Кому-то достаточно 50 тысяч, а для кого-то и полмиллиона маловато будет. Что делать, если сумма понадобилась значительная? Специально для крупных заемщиков мы в Банке Восточный приготовили возможность кредитования под залог. Для этого потребуется наличие в собственности квартиры, которая все так же продолжает служить своим хозяям на протяжении всего срока кредита. А получить под такой залог можно до 30 миллионов рублей. Так что не стоит уподобляться стрекозе из известной басни и ждать, когда придет зима. Если кредит нужен, то идти за ним стоит уже сегодня, ведь для вас уже готово предложение в Банке Восточный.